Пошел давно ожидаемый дождик. И вот такой потоп. Мало нам обстрелов, так еще и наводнение. Это в двух шагах от обстрелянного сегодня ночью места в центре города. Малоарнаутская, нет, Большая Арнаутская и Осипова. Обратите внимание на поведение одесситов. Что автомобилистов, что тех, кто пытается спасти город от наводнения, то просто пешеходов и наблюдателей. Этот город не склонен к панике. После этого уже будет очень много мемов, анекдотов. Это Одесса, детка. Как вы поняли, я показала вам Большую Арнаутскую улицу до дождика. А сейчас совсем другая картина. А по этой улице когда-то ходила конка. В советское время называлась Чкалова. Сейчас ведутся дискуссии, стоит ли заниматься так ремонтом дорог, коммунальными службами, а может быть все-таки максимум денег отдавать на ЗСУ. Максимум. Но остаток должен быть таким, чтобы в случае такой грозы и ливня не было подтопления в городе. Любой просчет чреват бедой. Горожане прекрасно понимают, что именно сегодня, всю ночь и до сих пор силы МЧС заняты ликвидацией последствий ночной атаки. Эта женщина в дверном проеме держит меня в Одессе. Какая поза, какая модель, какое спокойствие. Этот фильм надо посмотреть всем агрессорам, чтобы они понимали, что их усилия напрасны. Одесса все равно выживет, выстоит и будет улыбаться. Дождик, дождик, поливай, все плохое смывай.